канала. Продолжаем опыты. Сегодня у нас импульсно-разрядный галоген БТГ. То есть та же лампа, что показывал сегодня на ротавертере, мы ее через реле пропускаем. В итоге, ребята, видите, ставим на реле 0,1 секунды и 4 секунды откат. В итоге лампа разогревается до 200 градусов Цельсия. А потребление равно нулю. Как видите на экране, вон в углу, она работает только десятую часть секунды. Но так как ток подается большой, и еще большой откатный ток, то она разогревается. Сейчас померим, ребята, померим это, пусть поразогреется. Значит, мы видим, что счетчик у нас вот не сходит, берет и назад, это мы видим. Красная полоска. Вот она показывается, видите, назад. То есть разрыв 1:40. Вот она. Выходит, заходит и выходит. Разрыв 1:40, ребята. А сейчас замерим. Сейчас я замерю температуру. Температура 150 градусов. Что вполне нормально для обогрева. Схема. Давайте рассмотрим схему. Вы можете сами запустить. Абсолютно бестопливная схема. Так. Галоген. 500 ватт. Далее. Сым. 4 киловатта. Далее. Сыма выходит два провода. Один на реле, на разрыв. 0,1 всего у нас работает. Видите, какая инерция тепловая большая. А 4 секунды отключен, тепловая инерция 40 раз превышает. То есть КПД системы, как видите, 1:40 и 40 помножить на 100, 4000%. То есть расход 0, нагрев 150 градусов Цельсия. Значит, реле. 0,1 пуск, 4 секунды работать на своей тепловой инерции, ребята. Тепловая. К
которая не позволяет ей, значит, остывать менее чем до 150 градусов. И она постоянно имеет тепло 150, а в промежутках еще сильнее, в импульсах. Но нам и 150 вполне. Благодарю за внимание, всем удачи и стального железного здоровья.